Автохлама становится все меньше и меньше в краевой столице. В Петропавловске продолжают бороться с брошенными машинами во дворах и на дорогах города. На сегодняшний день в МКУ служба благоустройства направлено порядка 35 материалов для организации вывоза и дальнейшего хранения транспортных средств. Стоит отметить, что к нам в контрольное управление зачастую поступают материалы от жителей нашего города с просьбой вывести то или иное транспортное средство. Однако в ходе более детального изучения обращения можно сделать вывод, что не всегда указанное транспортное средство подпадает под признаки разукомплектованного, в связи с чем мы, к сожалению, вынуждены отказывать в вывозе. Замначальника контрольного управления добавил, что те жители, которые знают, что их авто попадает под признаки разукомплектованного, должны сами убрать свой транспорт. В противном случае автомобиль поместят на спецстоянку. Для того, чтобы забрать, да, нужно будет предоставить в МКУ службу благоустройства правоустанавливающие документы на транспортное средство и оплатить те затраты, которые были потрачены для вывоза этого транспортного средства. Срок хранения разукомплектованных авто на спецплощадке 3 месяца. Отметим, что новый порядок по перемещению автохлама на территории города начал действовать с декабря прошлого года. Сообщить о брошенных авто можно в контрольное управление по электронной почте, указав точный адрес, свои контактные данные, а также фото транспортного средства с одного или разных ракурсов, а также другую сопутствующую информацию.